В этом ролике я запру 100 игроков в самой большой тюрьме в истории Гаррис Мода и Dark RP в частности. Располагается она на отдельной карте, поэтому нам пришлось перенести на нее весь Dark RP сервер. Это будет очень детальная и масштабная отыгровка. Мы полностью воссоздали быт и расписание заключенных. От работы в прачечной до похода в душ с сокамерниками. Сама тюрьма обладает несколькими уровнями защиты, поэтому сбежать с нее практически невозможно. Наверное. А идея для этого видео победила в голосовании. Пишите свои идеи в комментариях, самые залайканные попадут на следующее голосование. Поехали. Привет! Еще не надоело играть на посредственных серверах? Приглашаю тебя на сервер Minori RP. Тут ты найдешь приятное комьюнити, разнообразные профессии, уникальную карту, отзывчивую администрацию, приятный интерфейс и много всего нового. А также для всех новых игроков действует промокод на 1000 рублей. Присоединяйся к нам, тебе понравится. Подождите, зэков, контролируйте. Хочешь, я могу в кадрокамеру бегать, посмотреть? Закрывай ворота. Ладно, спроси у него, пожалуйста, а то я случайно сидел здесь. Так, я уже вижу огромное количество заключенных, и мне уже не терпится просто к ним присоединиться. Это очередь как будто за продуктами в СССР, просто посмотрите. Как только наберется достаточное количество человека, именно 80, то тюрьма официально откроется. Посмотрите, сколько заключенных, их просто невероятное огромное количество. Тут даже есть пацан. Это моё, ты чё? Братан, ты можешь не бить уже людей, ты ебнутый, блядь, или что? А ты что, типа, возникаешь, да? Ты авторитет местный или что? Шапку напялил, типа, крутой, да, можешь избивать всех? Ты что, тут, типа, пожилой? Я, может, и пожилой, блядь, у меня опыта побольше, чем у тебя, сопля вонючая. Да иди под шконку, вафля. Да-да, занимай мое место, я займу твою в очереди. Мужик, ты с Гроу Стрит, что ли? Тебя посадили все-таки? Тен Пенни тебя посадил, СиДжей. СиДоджи. А пока я выяснял отношения с другими заключенными, охранники постепенно регистрировали в тюрьме игроков. Это все длилось примерно минут 30, и после этого нас уже готовили к распределению по камерам. Охрана, охрана, тут драка! Охрана, драка, охрана! Помогите! Господи! Убили только что! Черного убили, осуждаю! Кто такой? Охранника еще убили. Чё ты меня бьёшь? Да я ничего не сделал! Пацаны, держите дверь, пацаны, сейчас к вам, сейчас к вам вы со мной вчетвером. А почему начальник американской тюрьмы выражается словом «пацаны»? Я что, куда я попал, Что ж, выбора у меня особо не было, и я пошел в самую дальнюю камеру. Места было настолько мало, что в камерах сидели аж по 5 человек. Ребята, я говорю, давайте познакомимся, чё мы тут сидим? Меня зовут Милс. Очень приятно, а тебя вообще за что посадили? Убийство. Убийство? Это тяжелая статья. Меня посадили за расстрел мэрии. Срет в раковину. Кто же у нас тут? Здравствуйте, начальник. Итак, заключенный, подняться со шпона. А ну... Построились здесь, ребят. Итак, я вас поздравляю с тем, что вы попали в эту камеру, в эту тюрьму. И поздравляю с тем, что вы отсюда не выйдете в ближайшие десятилетия. Это тюрьма строгого режима, и вы это должны запомнить. Будьте готовы ко всем страданиям, ибо вы сюда только для этого и прибыли. Оставайтесь так. Понятно, это он ради этого сюда зашел, серьезно? Он просто сказал нам, что мы в тюрьме. В камере, конечно, было сидеть не очень интересно, ибо мои сокамерники были не особо разговорчивы. Чуть позже руководство тюрьмы приказало выйти нам из своих камер и дождаться указаний. Они хотели распределить нас на работу. Камер, стройтесь! Стройтесь у своих камер! У своих камер строиться надо, ребят. Они стреляют, ребят! У нас начальник ебанутый. У своих камер стройтесь! Ты нарёт, блядь. Ночи не добавь! Говорю тут только я! Обезьянник, я вас слышу! Почему? Молчать! Свободные квоты, повара, уборщики, работа на лесопилке, работа в прачечной, а также у нас есть специальная должность подписать контракт на ЧВК Вагнер. Я так понял, нас на работу распределяют, кто куда хочет пойти. Ты, блядь, вы двое в строй! Кто-то просто кнопки жмет и двери открывает, сука, дебилы, блять. Так, кто прачечную? Туда, прачечная, туда. Я на прачечную, сэр, я на прачечную хотел. Открывайте дверь, открывай ворота!
Сержант, ворота! Все, проходите, проходите, Жора вас отведет! Все, идем в прачечную. Будем сейчас работать. Работа в прачечной максимально легкая. Если даже Энди Дюфрейн справился, то и я смогу. Правда, я не чушпан там какой-то и сразу скинул работу на другого зэка. А можешь вон там моя стопка за меня постирать? Иди давай, стирай. Давай, сука, малолетний, стирай. Должен будешь. О, пошел за меня стирать. Собственно, после 10 минут катания тележки работа кончилась, и всех заключенных вызвали на обед. Там тоже для меня нашлась работка, ибо я единственный, кто мог спавнить микроволновки. В общем-то, я стал поваром. Повар? Спрашивай повара. Вы чё, людей кнопками кормите? Ай, Боря! Мне начальник сказал сюда прийти, А вот здесь, иди, блядь. Не трогайте повара! Повара не трогайте, блядь! Я повар, да, я повар, ебать. Идем, как тебя зовут? Давай готовить уже эту хуйту. Меня звать Аргузок. Я понял, я не удивлен. Давайте заспавним какую-то хуйню, которая еду дает. Чтобы они с голоду не сдохли. Все. Готовить мы будем нетривиально. Просто нажимаешь по микроволновке, и еда появляется сама собой. Это называется французская кухня. Попался, нате вашу микроволновку ебучую. Сами себе еду готовьте. За мной, повар, мне еще повар выходил. Ну короче, мы все, мы поготовили, идите в зад. Все, до свидания. В столовую зайди и поешь. В столовую зайди и поешь. Все поели. Все поели, кроме повара, да? Убили чувака! Приятного человека и приятного аппетита! Спасибо! Спасибо! Ладно, будем знать от Ларисова. Мужики, здорово, что вы делаете? Я к вам присяду, подсяду. Можно подсяду? Да, да, можно, ладно, да. Ладно, хорошо, подождите. Короче, ребята, что у вас есть какой план, может? Потому что тут просто пи***ц какой-то происходит. Это, мне кажется, надо напасть толпой, толпой надо. Ну, начальника надо отправить. Да, 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 да. Заточку надо сделать. Так. Я мой телефон, когда нужна музыка худая. Можно из хлеба можно сделать. Подождите, вы предлагаете напасть на охрану? Ребят, тут уже несколько человек убили. Это вообще тупиковая ветвь. Ну, не, толпой, толпой. Не хороший, мне кажется, лучше толпой пасть. Да, да. А дальше что? Нас надо. Просто в карцер посадят, всеми. Чувак. Да. Короче, ребята, давайте работать со мной в прачечной. Можно. Да. Можно. А чем тут разговариваем? Всем собраться тут, зэкам. Важное объявление. Из-за ваших друзей, сокамерников и так далее, прачечная закрыта. Они проломали стену и сбежали через канализацию. Все или почти все сбежали, на них ведется ордер, обыск федеральный. Как только их поймают, их сразу же расстреляют. Я вас с этим поздравляю. Молодцы вообще. И теперь прачечная закрыта. Зона она здесь есть, блядь. Развесь, вот что есть здесь, ты же такой погонял. Да отъебись от меня нахуй. Ты хули как с пацаном разговариваешь, блядь. Тош? Ты знаешь, кто этот чел за слон сидит вообще, блядь? Почему мне-то начальник говорит? Пошли, пошлите в душ быстрее. Все в душ. К сожалению, я так и не нашел никого, с кем можно было скооперироваться. О побеге даже речи не шло. В душе, кстати, я тоже никого не нашел. Ой, я случайно уронил свое мыло. Вот два петуха. После душа нас всех отвели на улицу. Это был мой шанс, чтобы присоединиться к кому-то и попробовать организовать бунт или побег. Надо как-то скрытно все спланировать. Вот в уголок, мягкий, в уголок. Но есть товарчик в виде грибов. Грибов у мухомора. Знаешь, что такое мухоморы? Я осуждаю, дайте я уйду. Осуждаю. За это сели. Джанана, стой. О, вы знаете меня уже? Я местный авторитет уже? Ты жвачку украл же. Нет, я всем еду готовил. Ты до этого жвачку украл, мужик. Все, я ж тебя помню. Мужики, видите этого? За что меня посадили? Я тебя запомнил. Слышишь, мент, может ты уйдешь отсюда, а? Чё ты за нами бегаешь всеми? Я в этом не участвую, Ладно, бунт, Бунт! Ствол! Кто там бунт решил устроить? Ладно. Какой-то чел решил бунт устроить, офицер. Молчать! Заплать! Молчать! Всем молчать! Мне назвать на ваши проблемы! Молчать должны все! Ясно? Все! Начинаем! От того угла! Да, кто-то бунт хотел устроить, офицер. Я знаю, кто даже.
мочимся! Лицом! Начальник, вот этот человек знает, кто хочет устроить бунт в тюрьме. Отлично, идем за мной. Сэр, я бы... Мочилово, блять, какое-то. Блять, меня пулит из спина. Начальник, там охранники подготовили что-то в прачечной, они говорили, если начальник нас найдет, он нас убьет. Три охранника. Вот этот! Они вдвоем что-то сделали в прачечной, они меня позвали, чтобы меня убить. Слушайте, начальник, я не знаю про охранников, я знаю, кто бунт хотел во дворе устроить. Клевета! Он просто вам донес сложную информацию. У меня костыли, как я могу убить? Ага, то есть охранники тоже планировали какой-то побег, типа, или что? Я даже не понял, что происходит. Их всех надо к начальнику. А ты почему последний идешь? Ну-ка быстро, передо мной встал. Я не могу быстро, все, я говорю, меня подстрелили, когда я закончил. Вы что, меня казнить хотите? Я ничего не делал. Ребята, подождите. Это не казнь, все нормально просто. Заходи, кто там еще был? Ты? Заходи в эту колбу. Сюда заходи. Заходи в эту. Не, что? Заходи быстро. Заходи, тебе есть что скрывать. Не, подождите, дайте сказать. Портить нам статистику. Подождите, не заходи. Зашел. Заходи быстро. Нет, пожалуйста, не надо. Господи. А ты объясни мне, почему, откуда ты знаешь, что они хотели что-то замышлять? Может, просто... Да не при... Может, они просто... Да не при мне это сказали, что они в праздничной что-то сделали. После того, как я к ним подошел, они сказали, если это узнает начальник, он нас убьет. Начальник, вы же рядом стояли. Ладно, хорошо, мы с тобой потом поговорим. А у меня видео есть. Сначала заключенным разберемся. Вы что, охранников убиваете? А теперь говори. Все, что знаешь. Да, есть пара человек, которые постоянно хотят устроить бунт среди заключенных. Я не могу назвать имена, я могу просто по лицу их определить. Подожди, они авторитеты в кругах? Не знаю по поводу авторитетов, но то, что у них, знаете, речь подкована такие. Они знают, когда прождать момент и сказать «бунт!» И все бунтуют. Я понял, кто это. Начальник, привезти, мы уже их завести. Статистику пользоваться нельзя. Я свободен. Стоять, колбуйтесь. Подожди, зачем его в колбу? Зачем его в колбу? В колбу! Ему не надо. Не надо, оставь его. Либо ты вспомнишь еще что-то? Ладно, я знаю одного типа, который точно что-то замышляет. Я вам его покажу. А почему ты это скрывал? Да потому что, если я мыло случайно уроню, меня потом вставят что-то в задницу. О, понятно. В общем, смотри, говори все, что знаешь, мы тебя защитим, если что. Есть типок, который всех собирает. Он еще, по-моему, барыжит чем-то запрещенным. Он сел за статью вот эту 228. А как он провез все это? Объясни мне. Да я хер вообще знает. Может, через прачечную, может, что еще. Вы знаете, что еще в прачечной произошло? Я знаю, бунт устроили, мы там расстреляли всех. Хорошо, если нам его покажешь, так уж и быть. Я конкретно влип. Потому что именно я кричал про бунт. Но охранники, походу, подумали, что это я им кричал про то, что тут бунт. А кто пытался устроить настоящий бунт, я вообще хз. Но мне удалось подвязать историю с прачечной, и мне поверили. Осталось только найти того, кто мог в теории быть зачинщиком бунта. Молчать! Все! А что там с глазу на глаз тебе? Ну давай, короче. Можешь что сказать? Я уже ем. Слышите, подвиньтесь. Можешь выйти, пожалуйста? Кто не заткнется, там вон? Не будь уже себе авторитет. Я, собственно, ем тараканов. Потому что меня не покормили, я чувствую, что мой живот будто растворяется во мгле. Я решил покушать немного тараканов, они вкусные, извините, пожалуйста. Он самый главный авторитет в тюрьме, он хотел устроить бунт. Я просто хотел кушать, извините. Я что ли? Слушайте, а куда мы, собственно, идем? Стоять. На выход, ура! Алаешка, встал к забору. Алаешка, к забору, быстро! Это не для тебя выход. Минус бунтарь. Алаешка. Оставь стрельбу. Самое время выйти на свободу, не так ли? Открыть забор. Идем ко мне. Подходи. Уважаемые заключенные, приятной вам жизни. Мы даем тебе 3 секунды форы добежать до забора. Пошел. Беги! Ладно. Нихуя, это по мне! Да, недолго я пробыл на свободе. Но прикол в том, что именно когда я сдох, началось все самое интересное. Крушите здесь все, это бунт, пацаны! Идем! Пойдем!
Начальник, успокойся. Начальник, тот заключенный сбегал. На! Все, погнали, 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 погнали. Погнали, погнали, сюда, мочи, Бежим, бежим. Я не собираюсь здесь оставаться. Все-таки у остальных игроков получилось сбежать из тюрьмы. Итого из почти 70 заключенных сбежало 7. И я в это число не попал. Хотя я был так близок, я даже работал в той прачечной, но я не смог РП путем как-то подвязаться к тем, кто устроил бунт и знал, где проход. Но это мелочь, главное, что ивент получился интересным и даже с толикой сюжета. И это при том, что все это была импровизация. Вы, кстати, и сами можете поучаствовать в таких ивентах. Я делаю их анонс заранее у себя в Телеграме. Присоединяйтесь и играйте вместе со мной. Всем пока!